Твери «Зеленстрой» занимается уничтожением борщевика Сосновского. Как нам сообщили в пресс-службе администрации города, территории общей площадью в 300 тысяч квадратных метров, на которых уже производилось уничтожение данного растения, начиная с 2019 года, обрабатываются повторно. Кроме того, в этом году в список добавлены еще 3 новых объекта, на которых работы проводятся впервые. Это территория возле школы-интерната номер 2, бульвар Гусева и набережная Степана Разина. Уже обработана территория в микрорайоне Южный, в Затверечье, поселке Сахарово, Литвинках и ряд других объектов. В ближайшее время планируется провести работы по уничтожению борщевика Сосновского на муниципальной территории порядка 350 тысяч квадратных метров. Агроном «Зеленстроя» Владимир Фандюшин рассказал, что борьба с растением всегда проводится в несколько этапов. С помощью техники борщевик срывается, срезается, давится техникой. Затем проводится химическая обработка дербицидом. Борьба с борщевиком продлится в Твери до сентября месяца.